все. Все, пишет. Наступает момент, который должен произойти у любого артиста, какой-то момент своего творческого пути. Мы едем в тур. Народ, я не особо понимаю. Мы едем вот в Уфу, в другие города. Просто я чекаю чат, и мы как будто просто в бездну едем. У нас это третья отмена тура, ребят. Ну, люди ждут, люди пишут. Я уверен, что в Питере и в Москве будет отлично, но мне кажется, если мы после этого анонсируем следующий тур, на нас уже точно никто не придет. Потому что я там беру вот эту, я модуляцию делаю. Вот так. Мы сейчас собираем вещи. Собираем вещи, доделываем последние штуки перед туром. Ну, наши личные вещи, еда, оборудование, мерч. Мы думали, что мы будем там 13 часов ехать, плюс-минус. День и 12 часов. Полтора дня в поезде. Ну, еще мы клип только что привезли. А, кстати, погоди. Angel Ward, богатырь. Первый чек в туре, господи боже мой. Нет. А, ну все, тогда да. Пойду. Я сейчас тогда достану капелюшки. Я прихожу в первый клуб. Он был не самым большим в туре. И мне становится стрёмно. Потому что, да, я знаю, что в Москву, Питер мы можем собрать какую-то часть людей. А тут, типа, я в незнакомом городе первые 2 часа. Но зал забился битком. И это дало знать. Это один, кстати, из самых плотных именно крас был, на самом деле. Да, да, да. То есть сразу началось уже с плотной движухи. Привет, Краснодар! Мы наконец-то добрались до вас! Как вы себя чувствуете, ребята? Поезд. В связи с разными обстоятельствами тур переносился несколько раз, 3 раза, по-моему. То есть где-то на 1.5 года он съехал. И было стрёмно, что многие не особо даже верили, что мы в итоге доедем. После первого города все раздуплилось конкретно, потому что люди увидели, ага, он реально поехал в тур, он реально продает мерч, он реально поет песни. Надо делать. Йоу, Ростов. Кроп-арена, но малый зал, понятно? Вам туда. Ростов, 2 арены. Тут за стеной буквально, ну как за стеной? За стеной и пройти через поле. 2-я кроп-арена, где сегодня выступает Sega ATL. Это прям гениально, то есть 2 смежных по аудитории артиста выступают в одном городе в один день, в одном клубе, в 2 залах. Я выступаю там, мы...
Сега выступает здесь. Вот мы выступаем вместе почти. Мне сообщили, что у меня конкуренция высокая сегодня. Про ETL. Еще негатив. Давай без негатива. Нет, негатив. Когда мы ехали в первые города, мы представляли себе, что будет все хорошо, но как бы настроение было такое смешанное. Ожидая не самые лучшие продажи, складывалось впечатление, что за оставшееся время докупится не так много билетов, как в итоге докупалось. Первые города давали нам понять, что если дальше так и будет, то все намного лучше, чем мы думали, и настроение начало приподниматься. Заселились в гостиницу, отдохнули сколько могли, минут 10. Ростов принял очень круто, орали песни мы чуть больше, чем планировали, потому что у нас на втором треке вырубило свет просто электричество. Уже заряд какой-то бодрости появился, так ехал вообще в неведении, а тут оказалось, что меня, оказывается, в городах ждут, песни мои знают, встречают как своего, и это как-то заряжает удовольствием в плане того, что ты веришь в свою нужность. Так, наша любимая рубрика – вставлять предметы в другие предметы с помощью какой-то резиновой петли. Короче, у нас есть ситуация. Артист очень хочет в туалет. Тут есть как бы комната, где, по идее, должен был быть предусмотрен унитаз. Но вместо него у нас сегодня... Надеюсь, что сегодня мы покажем Ростову, Краснодару, что можно круче, окей? Я здесь четвертый раз, но первый раз пою на сцене. До этого это были диджей-сеты в 17-м, 18-м году. Очень скучал по вашему городу. Что-то было хуже, но в каждом городе был свой прикол. Сегодня было достаточно плотно. Был суперский клуб, наверное, из трех самый лучший. Концовка была мощной. Концовка, наверное, была самой мощной. То есть я всегда пытаюсь как-то выходить к людям, если есть такая возможность, и меня не задавят. Сегодня я не хотел оттуда уходить. Где? А у нас не завтра концерт следующий, а после? Послезавтра. После. То есть пятничного у нас нету. И мы весь выходной, половину, то еще больше половины живем в дороге. Что-то мы где-то немножко потерялись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это когда я шучу, такие звуки. Так кто живет в Нижнем Новгороде? Верхние новгородцы.
Даша Филин, как тебе сова? Мы в отеле, у отеля «Сова». Сегодня мы будем совиться. И как веселиться. Это связано, никто не знает. У нас созвон с Вильяром 6 лет. Почему стол разговаривает о каких-то созвонах? Я комбик. Там гитара. Комбик дальше. Понимаешь, что? Чекай. Уровень стресса и тревоги поднялся до такого уровня, что я сейчас блевал просто минут 20. Я понимаю, что завтра ехать, типа, тяжело и долго будет. И впереди еще куча разных городов. Где-то будет клево, где-то будет не клево, где-то... Короче, меня что-то сейчас конкретно так разгрузило. Не слышал такого слова? Что, в Москве будет? Угу. Все втроем? Да. Там даже больше, там тусовка человек 10 подъедет. Ну, минимум 10 будет у нас. Я прилетел с Мурманска. Это 3000 километров отсюда. Что буду сделать? Чувак! Кай. Здравствуйте. Я набила тату, короче, в честь тебя. Там написано мясо. Опять пошли высокие пацаны. Че, удачного концерта получается. До тебя зависит. Хорош. Едем! 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 Слэм был лютый. Первый раз мне сделали больно. Раз 10. Меня прям сдавили просто как губку. Не знаю, мне просто что-то нервы очень сильно навредили. Мне стало плохо в моменте. Мне прям тепло. Я не мог вообще даже найти силы выйти на саундчек. Он не мог найти уточку. Четвертый город, и отлично. Публика замечательная. Волжское пароходство. Нижний Новгород, оказывается, очень красивый город с очень большими лестницами. И это очень утяжеляет тур. У меня кашлял. Мы едем в электричке. Я по шпалам, опять по шпалам иду. Пау-пау-пау-пау. Домой по привычке. В электричке. Короче, мы передаем по кругу Full Studio, пишем дрил. Только ты должен часть делать, а потом передавать. А то ты сейчас сделаешь все драмки, а мы бас не умеем писать. Поезд. Добавьте что-нибудь. Будете делать грайн? Наоборот. А, ну да. Да-да. И типа... Может, и даже короткую яму надо еще отрезать. Едем. Мы попали на местный праздник. День смены сезонов. Скоро холода, траву убирают, чтобы не замерзло. Только выходим, вызывать такси. И к нам подходят двое ребят, которые приехали из Оренбурга, Ульяновска на концерт. Познакомились как раз там, в этом автобусе. Давай даже небольшом. О, вот. Так, я не знаю, какую-нибудь фразу от души, чтобы я потом смогла набить ее. Ну, то есть, как на будущее напоминали. Еще раз утверждаю, что аудитория у меня самая жизнерадостная. Ну, ладно, не жизнерадостная, наверное, в этот лет. Но она очень душевная. Прям меня, конечно, раздражает. Едем! Едем! Я знаю, что я знаю!
да, мы все друг друга любим, дружим, но вчетвером в одном вагоне с нашими разнящимися типажами личности иногда бывает тяжело. Складывается ощущение, наверное, со стороны, что мы каждый день отдыхали, как-то отрывались, тусовались, но при этом всем на самом деле это была лютая отдача целиком и полностью себя, своей энергии и времени. Каждый, кроме Вовы, наверное, был немножко турменеджером. Все отвечали вот за то, чтобы успеть вовремя добраться, вовремя проснуться. И это очень важно, потому что если большинство будут передавливать своим пониманием ситуации, то те, кто как бы отстают, догонят. В середине тура мы научились между собой ладить и приняли заскоки каждого. Какие-то у нас там были нештатные ситуации, но и мы как бы с этим справлялись, просто переспав с этой мыслью. Без каких-либо сохранений негатива внутри себя. Просто научились, наверное, поддерживать друг друга, воспринимать так, как это, ну, как нужно. Вчера были в Казани, и после концерта зашла, короче, в чат, осознала, что мы просто встретили половину беседы. Все между собой заочно знакомы, но прикольно, что вы, типа, ну, видите друг друга в личном таком формате еще и на концерте. Едем! 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 Проект огромная такая в некоторой степени машина, звеньев, которые отрабатывают синхронно, опираясь друг на друга. Самый главный вывод, который я для себя сделал, начиная с момента начала блока, где я просто все делаю в соляк, всегда нужно делегировать на проверенных умных людей, и тогда все, что получается, получается в разы лучше. Человек, который запустил этот механизм, это Идан. Тот самый взгляд со стороны, который очень часто нужен. Все мыслительные процессы, короче, на нем. Огромный респект летит Идану, потому что Идан что-то там по свету решает, потом мы как-то разобрались и сами тоже начали по свету решать. Это прикольно, что вот Идан делегирует, но делегирует так, что ты такой, а можно я? И так это с кайфом проходит, и что потом тебе говорят, такой, да, все отлично, вы справились. Человек, с которым мы пишем музыку, которым я всегда могу что-то скинуть на заценное сведение, подготовить лайв, выступить. Просто лучший коллаборатор пока что, с кем я работал. Андрей – это мистер звук и мистер повышенная ответственность, хотя Даша тоже. Андрюха очень круто умеет просто завести людей в зале, когда это необходимо, потому что такие люди тоже нужны. Есть ощущение, когда я должен быть, помогать, а когда-то уйти на второй план за сетап. Убегаешь, поднял, зарядил, пошел дальше. И Вовский дальше работает, раскачивает. Весь визуал, особенно движущийся визуал, для нашей команды делает Даша. Даша отвечала полностью за весь визуал, режиссирование всех концертных отчетов, всего концертного визуала, также съемка, монтаж, контент, стратегия, постинг. А я, собственно, отвечал в туре за менеджмент артиста. Плюс был вовлечен в логистику мерча. Этот мерч, это просто можно с ума сойти. Ну, большая штука. Ты ее везешь продавать, если ты ее не продашь, и спина тебе говорит, ты ее продашь, брат, ты ее продашь. Пока все спят,
Дан сортирует мерч. Мы сейчас будем охотиться на медведя в сезон спячки. Это самое опасное дерьмо. Главное, чтобы он не проснулся. Оп, вот такая петелька. Стягиваем. И теперь... Один медведь хорошо, а два лучше. Один медведь проснулся, но он не против. Сорвал голос, подорвал. Сейчас будем думать, чем это лечить, потому что концерт дать будет очень тяжело, и особенно исполнять там на живое, где прям глотку рвать надо. А в какой-то момент уже концерты превращаются в рутину. Все веселье заканчивается где-то на третьем городе. Но я же любитель убегать от проблем, делая себе еще больше проблем таким образом. Потусить после концерта для меня это святое, когда все остальные отсыпаются дома. Когда ты едешь, пьешь. Когда ты выходишь, пьешь. Когда ты выходишь на сцену, пьешь. И когда ты ложишься спать, ты пьешь. Даже кипящее утро, ну, типа, это всего лишь... Ну, приводит к пельменям, все равно вкусным пельменям. Уфа, салют. У меня дикая слабость, я себя плохо чувствую. Плюс у меня немного сорван голос, вряд ли я смогу исполнить все треки, как хочу. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Надеюсь, концерт все равно пройдет хорошо. Кошмар. Я пришла за любимой постоянной рубрикой. Вставляем предметы в другие предметы. Да. У тебя как самочувствие сегодня? Заболел. Кучу таблеток вкинули. Травлюшечкой запили. И вот сейчас будем как-то пытаться довести до все дело до конца. У меня, видимо, по жизни нет голоса. И я это узнала только сегодня. Вован исполняет «Орёл со сцены». Андрей постоянно агитирует со сцены, угу. А мне приходится постоянно в зале типа разводить круги и как-то плюс-минус раскачать толпу, чтобы это выглядело максимально массивно. Мне уже нравится, на самом деле, исполнять одно и то же, что, типа, просят исполнять. Зачем мне исполнять музыку, которая хуже, если у меня есть музыка, которая лучше? Меня просят, типа, а можно там треки из первого декаданса, второго, там, третьего декаданса? Тогда у нас будет 6-часовая концертная программа на каждый город, и тогда голос сорвется в первый концерт в середине где-то. А на Москву вообще, там, да, и Питер, отдельная история. Как проверить микрофон? Будущее, типа, я знаю, что ты станешь очень большим артистом, братишка. Не забывай, you know, bang. Ребза, мне нужно ехать в следующий город, поэтому сейчас давайте вашим последний, и мы поедем. Вместе, Вова, на беде про что? Вова, на беде про Вова! Где мой телефон, мне надо вызывать такси. Мы не делаем рекламу. Просто больше нечего есть. Опять эти дошики, да? Я вот об этом вообще. Мам, прости. А сам с удовольствием. Да. Я надеюсь, они в противофазу войдут, и их не будет слышно здесь. В Екатеринбурге. Я очень люблю этот город, и я рад здесь находиться, хоть сейчас в 6 утра. Как будто в Курске вышел. Или в Воронеже. Привокзальные площади везде одинаковые. Короче, тут по всему городу раскинуты всякие линии. Это
путь, короче, маршрут, где можно посмотреть какие-то достопримечательности. В Екатеринбурге был переломный момент, мы погуляли, и у меня было хорошее настроение, пока мы не зашли в огромный концертный зал с высоченной сценой. Я такой, ну, ребята, я представлял, что мы соберем дом печати старый, которого уже нет, и будет выглядеть все клево. Выбегала Даша, показывала мне фотки, я даже по фоткам было не особо понятно, я вышел на сцену, и я ошалел. Я увидел наш прошлый московский концерт. Ну, типа, выглядело это так же. Только в Екатеринбурге. Короче, мне передали тут со входа какую-то штучку. Пахнет свежей газетой. Кстати, классно. О, пошли высокие пацаны, опять меня унижать пришли. Должен лучше всех прыгать, брат. Лучше всех прыгать. И выше всех. Лучше всех прыгать. Да мне даже прыгать не надо выше всех. Красава. Раз, два, три. Едем, 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 едем! Мы долго ехали, ехали, наконец-то ехали, ребят. Я рад видеть каждого из вас. Кстати, за футболочку спасибо огромное. Мое уважение. Кислота была последним треком. Задумались, а почему бы не снять клип на Кислоту именно на протяжении всего тура. Сделать так, чтобы Вова смог спуститься к ребятам на танцпол. Мы поняли, что как бы было бы клево, если бы мы выстроили просто пустой коридор, по которому можно будет ходить, короче, из стороны в сторону, и при этом, чтобы он смыкался вместе с Вовой внутри. Это было весело до поры до времени, пока это не стало травмоопасным. Давайте сделаем стенку от сцены до сих. Если кому-то плохо, мы останавливаем трек, там есть Андрей, и он следит за этим. Сегодня не смыкаемся, потому что это просто отсюда выглядит ебище, окей? Ну типа, это чё такое? Екатеринбург, I love you, окей? Андрей, возьми, пожалуйста, микрофон. Задача была в том, чтобы засветить максимальное количество людей по ходу всего тура и показать всю эту энергию. Потому что хардстайл — это как раз-таки то направление, которое позволяет выпить максимум вот этих вот эмоций из людей, когда они просто пропотевшие, уставшие, просто на лютой эйфории, как бы скачут из последних сил. Ну, можно сказать, что все равно все это очень тесно связано именно с тем, какие мы и как мы живем. Все получилось достаточно органично. Колхоза! Опиши свои ощущения. Если мы такое в Екатеринбурге сделали, что будет в Питере и в Москве, я не понимаю. Это просто было вообще... Это было просто изумительно. Екатеринбург, спасибо огромное. Спасибо большое.
на контрастах двигаемся сегодня. Андрюха, здесь я. Тут микрофон на стойке, чтобы я мог выходить типа сюда. Раз, раз, раз. Е, е, что там? Как слышно? Я устал очень. Чудо мое. Концерт в Тюмени прошел отлично, просто. Мне казалось, что все пройдет очень плохо, но аудитория все вывела просто на максимум, и было очень классно. Остановка в Челябинске дала нам дары. Ну вот, короче, мы побывали в Омске сегодня, также в Челябинске мы побывали разок, и вот так проездом мы можем, в принципе, всю Россию посмотреть, вплоть до Новосибирска. Сейчас нам ехать осталось несколько часов. В смысле несколько? 9, например. Андрей. Тебе будет казаться, что ты меня разбудил. Ну, Васи, подскажите, пожалуйста, вот я зашел в какое-то место, пытаюсь выбрать, что мне взять. Бибимбап мясной. Или, может быть, бибимбап с морепродуктами. Может быть, бульголги, кимчи-пакун. Мы в Новосибирске приехали рано. Перенесли площадку у нас, потому что концерт будет больше, чем мы планировали. Самый большой митинг-грид сегодня был. Изначально, когда брали маленький бар, у нас было продано, там, не знаю, билетов 20. И мы такие, ну, если будет 100, будет уже отлично. Замена площадки просто. Первая татуировка с моим самым первым логотипом. Мы в Новосибирске, площадка подземка, площадка, на которой был перенесен концерт буквально вчера. У нас получается так, что поскольку площадка освободилась в 6:30, мероприятие у нас не начинается, как в других городах, в 8, а в 9. То есть поэтому сейчас происходит подготовка мерча, запуск митингрита. Это 40 с лишним человек. Андрей правильно настраивает оборудование. Это первый, по сути, город, где сам чек происходит после митингрита, а не до. Да. Yeah.
победа. В Екатеринбурге нахуй продать. У нас больше нет мерча! Добро пожаловать на сцену. Отдельное спасибо Артемию Коржу за то, что построил вот эту дичь, вот эту змеюку, которая будет светить и в зал, и на меня, и создавать вот этот сплит к крыльям, который вот Вильер сделал нам сюда. Есть одна прелесть большая у сегодняшней площадки, у сегодняшней всей вот этой вот конструкции, то, что в большинстве своем на многих площадках очень страдает освещенность именно зала, потому что, ну, акцент бросается всегда по свету на артиста и тех людей, которых находятся на сцене, а на зал чутка забивает. А тут, соответственно, из-за всей вот этой вот первой с кучей огромных панелей, абсолютно все будут в кадре, все будут счастливы и надеюсь, что лайф получится не менее красивым, чем в прошлом году. Не только у меня важный день. Помимо того, что у нас сегодня концерт, Даша, руку покажи. Да я уже все напоказала. Ну, все, я думаю, давайте за то, что сегодня особенный день, вот за особенный день мы сейчас выпьем. Потому что он особенный для всех. У меня настроение сегодня дать концерт, как в последний раз. То есть мы должны сегодня повеселиться от души со всеми. И мы так долго к этому шли, что просто ну, невозможно. Нужно уже дать этот концерт после трех отмен. После возможной отмены сегодняшнего концерта. Я просто надеюсь, что это все пройдет хорошо. В этом зале я был на двух концертах только. Ковидное время. Я был здесь на концерте Муджуса и на концерте Сережи и Тел. Стараюсь выключить весь негатив в себе и дать максимум позитивных эмоций людям. И завтра очень важный день, потому что мои родители первый раз придут посмотреть на мой концерт. Мама была на моем первом диджей-сете, где было там человек 20 в каком-то баре. Мне было 14 лет. Папа был на моем диджей-сете, когда мне было 17. Вот это люди, которые дали мне, по сути, все, что у меня есть, воспитали, и я считаю, воспитали хорошо. А я буду петь песню «Я-я-я-я». Мам, пап, я очень сильно переживаю. Уже нет. Эй, эй. Эй. Там не триоль в конце получается, а по нотам, если это восьмой с точки, получается в ре, просто спуск, после него. Дико впирало, как основной вокал, вот именно самого Саббата, оригинально выложился на эту группу, потому что он такой типа лайтовенький, человенький, типковенький, рэнбишный. Вот что произошло. Потому что сегодня он не выступает. Человек, который, в принципе, меня сподвиг, типа, давай с гитарами, давай ешьте в группу и все, типа, позови своих пацанов. Печально было, когда вчера на репетиции Дэн пришел объяснять ему свою партию гитарную. Это типа, знаешь, майндфак. Oh, sir.
сюрреализм происходящего, могу сказать, что сегодня будет очень и очень и очень хорошо. Задело меня заживо. Я это не сразу понял, но был поздно, и ты оставила на живое. Теперь на этом балконе, как на больничной койке, я лезу из кожи вон и бою. Лезу из кожи вон и бою. Чтобы просто все запели на чувства и съели искусство. Особенный возраст, это мне было грустно. Поцелую вкус, танцуй, что пусть. Перезагрузка, перезапись. Притупившиеся мысли, что в куче нависли. Бесписанным сгустком. Я кручусь, кручусь, как будто OCP. Собираю твои деньги, деньги, деньги по сети. На месте будто болен, болен OCD. Мои псы на поводке, ты на цепи. Все вместе. Вова не спи, репи, называй Москва! Что это у нас получается, торт на окончание тура? Это же я! Я с крыльями! Охренеть! Вкусно! Спасибо огромное за тортик! Караоке. Едем. Надо сверху пойти. Едем. Едем, 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 едем. Космонавт, которым я мечтал собрать зал. Ощущения прекрасные. Скоро выходят наши танки. Наша... Наша. Но не ваша. Делает как надо. Ну а потом уже как бы делаю за мной. Еще раз, я надеюсь, вы понимаете, что вы закрываете этот тур. И я хотела спросить, вы вообще готовы сделать это окончание легендарным? Наверное, один из самых важных этапов в моей карьере – это позвать родителей на концерт и показать им, чем я занимаюсь. Их отношения, опасения, что я попал не в ту компанию и так далее. Обычная родительская история поменялась диаметрально противоположно. Они познакомились с моей командой. Сегодня особенный день по двум причинам. Первая причина – мы заканчиваем тур. Сегодня последний город. К сожалению, группа до нас не доехала по семейным обстоятельствам, поэтому мы сегодня сделаем самопально все. Но вторая причина, по которой я очень рад, что я здесь и вы здесь. Первый раз в моей жизни мои родители пришли ко мне на концерт. Yeah.
заранее извиняюсь, в песне очень много плохих слов. Поэтому песню по музыку вы будете сами, а я просто сделаю вид, что я не написал. Но эта песня отлично показывает мое состояние. Научились, по сути, преодолевать всякие сложности. Вообще. Думаю, что мы на данную секунду делаем целый пласт той истории, в которой нам еще предстоит принять участие на протяжении ближайших десятилетий. Та же самая эра Мага дала нам, по сути, по опыту и по воспоминаниям в разы больше, нежели тот период, на самом деле, который вот был все время до этого. Если бы не Вова, такой энергетики, мне кажется, и не было бы. И мы бы не рассказывали о том, что какой мы экспириенс получили. Мы что-то грандиозное делаем. Вот. То ли студийная сессия, то ли написание трека, то ли просто там для ТикТока что-то снять, то ли просто обмозговать и придумать идею, как будто это что-то масштабное. На тех уровнях, которых мы, типа, это масштабно. Это только из-за того, что мы доверяем друг другу, делаем и будем делать, и двигаемся. Все не зря, все не зря. Мы сформировали Dream Team. Вот реально Dream Team — это то, о чем я мечтал, когда мне было 11 лет. Мечты про то, что мы на автобусе будем ехать куда-нибудь с инструментами и так далее, превратились в реальность. Тебя ждут в других городах, тебя слушать, а ценят, а мне признания не хватало. Надо, короче, снова зону комфорта ломать. С Имагом мы ее сломали, она стала комфортной. Ну реально, типа. Это точно только начало, и даже вот проработав несколько лет совместно, мы пока что только, скажем, нащупали то, где Вова должен находиться как артист, и то, как мы должны двигаться как команда. Год показал, что нужно быть уверенным в себе чаще. Поэтому, да, я думаю, это начало очень большой истории, за которой всем нужно следить. Последний момент, который у нас будет в кадре. Все. Теперь кушай. Все. Да, все.